вот они, ноябрьские невеселые пейзажи. Река Воронеж. Ловлю на спиннинг. Пока безрезультатно. Холодище, ветрище и очень много малька окуней. И вот смотрю, это сплошной окунь вот стоит. Плавает вот. Да, это окушки. Очень мелкие. Но их тут очень много. Да, это окуни. Сплошные окуни. Вообще мирной рыбы нет. Причем по всему берегу, вот я сколько прошел, везде стоит вот этот малек. И его прям много здесь, очень много. Холодно сегодня, ветрено. Вот такая ноябрьская погода. Зима скоро. Сплошной окунь. Не клюет. Пойти к этому обрыву сходить. К Сагору. Ну что-то тут тихо. Совсем. И холодно. Очень холодно. Трава еще какая-то зеленеет.